Горыныч на связи. Здравия желаю. Находясь на одном из самых сложнейших направлений специальной военной операции в Запорожской области, мы узнали о том, что произошло вчера в Москве. От себя лично хочу сделать заявление, будучи гражданином Российской Федерации, исповедующим ислам, я, альхамдулиллях, мусульманин, я однозначно заявляю, то, что произошло вчера, никакого отношения к исламу не имеет. Ни исполнители, ни их организаторы не могут назвать себя мусульманами. Я, как командир многонациональной роты, в которой присутствуют представители многих национальностей и всех вероисповеданий, заявляю о том, что эти нелюди, которые скрывались под личиной мирных граждан, находясь на территории Российской Федерации, вынашивая свои преступные планы против мирного населения, преследовали лишь одну цель – вселить страх, ненависть, разъединить общество, вселить хаос. Со мной плечо к плечу против врага бьются, как я уже говорил, представители всех вероисповеданий. Мы все осуждаем то, что произошло вчера. В первую очередь мы, представители ислама. И я лично от себя еще раз заявляю, произошедшее вчера к исламу никакого отношения не имеет. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших, потерпевшим. Со своей стороны заявляю, что здесь мы выполним поставленную нам задачу, доведем дело до конца, и победа будет за нами. Всем мирного неба над головой. Честь имею.